меня свой Бог и те же проблемы», – писал Илья Кормильцев в одном из своих последних стихотворений. Гениальный, но простой в рамках земной эстетики. Он ушел от нас 3 февраля 2007 года в Лондоне. Ушел, оставив после себя огромное творческое наследие. Если бы Илья Валерьевич знал, что о нем пишут очередной некролог и говорят в прошедшем времени, ему бы это точно не понравилось. На вечере памяти поэта в театре «Практика» не говорили о смерти, говорили о жизни Ильи Кормильцева. В 1977 году сосед дал мне переписать пластинку. Ну, тогда пластинка была вещь дорогая, это сейчас у нас у всех диски. Вот. Пластинка была замечательной группы Genesis, называлась она «Lamb Lies Down on Broadway». Вот. Я с жаром побежал переписывать эту пластинку, но вот как только я переписал первый диск, в дверь раздался звонок, я открыл дверь и увидел на пороге очень худого и очень сердитого человека, который состоял из одних очков. Вот. Мы не познакомились в эту встречу. Он сказал: «Где моя пластинка?» Забрал и ушел. Это был Илья Кормильцев. Вы в первую очередь воспринимаете его как музыканта, как поэта, как философа, переводчика. Кто он для вас вот в первую очередь? Для меня в первую очередь он был гениальным собеседником, мыслителем и человеком думающим. С одной стороны, а с другой стороны, человеком активным, который все свои идеи пытался реализовать на практике в жизнь. Очень активным, очень деятельным. Замечательный вулкан страстей, кладезь знаний, темперамента и море юмора. Вот что такое Кормильцев. Апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет». А Спаситель ответил: «Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной». У Ильи Кормильцева было редкое для творческих людей качество – ценить талант других. В своем издательстве «Ультракультура» он публиковал известных и не очень писателей и относился к их произведениям с таким же трепетом, как и к своим. Писатели «Ультракультура» пришли в практику, чтобы сказать спасибо. Попросили лишь хлеба мы у Великобритании, полный весь микросхемами, а не камень нам дали. Закопали тот камень под пустому шоссе, чтоб шпионил за нами, как агент 007. Он работал как рация на секретной волне, собирал информацию о тебе, обо мне. В общем, спецоперацию выполнял этот камень, а потом он сломался. Дальше мы все видали, как работник посольства, натуральный дебил, посеревший от злости, каблуком его бил, как под сотнями камер ФСБ-генерал аккуратно руками камень тот разобрал. Люди ахнули стоя, аж дыханье свело, а внутри там такое, типа вроде стекло. В общем, конник и лыжник, пешеход и пастух, лучше каждый булыжник обходи за версту. И для вас, демократы, эту песню я пою. Вы попросите гранты, а дадут вам змею.
И при жизни, и после смерти Ильи Валерьевича его критиковали и продолжают критиковать. По этому поводу негодуют тысячи единомышленников поэта. Но сам он большого значения критике не придавал, ведь у него был свой бог. Рыбы в аквариуме догадываются, что мир не кончается стеклом. Там за стеклом небо рыб. Они мечтают о нем и верят, что попадут туда после смерти. Я, рыбий бог, включаю и выключаю рыбе солнце. Корм насущный подаю им днесь. Не ввожу их в искушение, но избавляю от лукавого. Возможно, некоторые из рыб отрицают мое существование. Другие же закрывают глаза, шепчут мантры и пытаются слиться со мной в мистическом экстазе. Глупые рыбы, мне нет дела до ваших сомнений. Я не слышу ваших молитв. Если же я забываю вас покормить, то вовсе не потому, что вы не вспоминали обо мне, а просто потому, что я забыл о вас. В конце концов, у меня свой аквариум, свое небо, свой бог и те же проблемы. С его смертью ушла целая эпоха. Свободная, радикальная, активно мыслящая. Но осталась память. Джим, где ты теперь? Кто ты сейчас? Ты открыл эти двери и вошел в них. Каково там? С кем ты сейчас? Кому поешь? Какие стихи сочиняешь? Каково там, Джим? Есть ли свет в конце тоннеля? Поступающий сплин одолел не сразу, не вдруг. И не сразу петлей затянулся замкнутый круг. Кошка страсть, не скреби наши души когтями. Отпусти на покой, с рецидивом мы справимся сами. Сугробы любви по форме подобны надгробиям. Отцвели хризантемы, уходят и океан стоги. На рентгене судьбы зловещие шрамы обиды. О, финальный покой, соблазни нас печальным рапидом. Догоревший костер, чего там мучительно жаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. Трудно без тела, горько быть немым. В вязком болоте оставаться прямым. Разить наповал бесплотной строкой. Цепи крушить, поломутить покой. Джульетты лежать на зеленой траве. Узреть Атлантиду в барской Москве. Ходить по воде с верой в любовь. В монгольской степи оставить всю кровь. Боль убивает, лютый страх калечит.
взреветь сквозь стон, расправить плечи, терпеть до конца, держать удар, остаться собой поэтический дар. Разбить тиски, уйти от всех, пусть говорят, смертельный грех. Помнить предательство, ложь и обман, разжечь свой костер, раздуть свой буран, разжечь свой костер, раздуть свой буран, догоревший костер. Чего-то мучительно жаль, до свидания, грусть, привет, ледяная печаль, до свидания, грусть, привет. Джим! Эй, Джим! Кто ты теперь? Где ты сейчас? Говорят, тебя недавно видели на ближайшей бензозаправке. Правда ли это, Джим? Вернись, наш друг, нам плохо без тебя. Вернись, наш друг, нам плохо. Вернись, наш друг, нам просто без тебя. Потеря, она безвозвратная, но есть наши частички, есть поэты, которые живы. Поплачем о них тоже, пока они живы. И будем надеяться, что не только мы хотим быть с Ильей, но и ему сегодня хоть чуточку хотелось бы быть с нами. Тогда будет большой смысл в том, что мы продолжаем жить.